Друзья, хочу вам показать интересный вариант оформления помещения жилого или кухонного помещения в стиле Прованс. Вот такая вот керамическая плитка с традиционным нанесением, традиционные цвета и цветы, и цвета вот этой всей плитки. С обратной стороны выглядит таким образом. Проклеена бумага, есть петелька повесить на стенку. Значит, 15 на 15 размер этой плитки. Есть еще вариант вот таких вот деревянных рамах, рамках. Ну вот 16 на 16, но хорошо будут смотреться вместе, 3 или там 2 плитки. В нашем магазине можно подобрать интересный декор в стиле Прованс. Вот если ваше стремление создать вот подобный интерьер, конечно, обращайтесь к нам, всегда сможем вам помочь. Спасибо.